Раз. Раз. Точка. И туда его. Хоп. Он свернул. Ну, сейчас я сделал работу руками. Это для моих рук это может оказаться большой работой. Чтобы мои руки не уставали, я туда его веду не руками сейчас, а сам туда веду. Мое тело идет туда, понижает его, поворачивает, если надо, приседает, встает. А руки только управляют. И веду его туда. И просто мне надо самому подобраться как можно ближе туда, чтобы не наклоняться. Фотография некрасивая будет. Il faut que je m'approche, sinon si je me baisser, c'est pas beau pour les photos. А так раз, красиво. Я его вывожу. Видите? И я половину. Мне надо далеко туда идти. Вот мне надо вот сюда. Сюда идти. И поэтому я делаю вот такое движение. Я его раз забрал к себе. Вот он уже возле меня. И я уже присел. То есть начинаем сокращать диапазон работы. Donc, voyez, là, on travaille dans le raccourcissement, diapason de travail.